Pool Game было выпущено в 1966 году и являло собой попытку симулировать бильярд. Как ни странно, она была создана для демонстрации растровых экранов. Уже более поздняя версия использовала векторные дисплеи. Первая демонстрация случилась на компьютерной конференции в Сан-Франциско. В игре использовалось световое перо, с помощью которого перемещали кий и настраивали удар. Тут можно было даже пытаться применить боковое вращение. Игра вела счет в реальном времени. Если считаете себя настолько стремительным, как кий, то ставим лайки, репостим, комментируем.